Здравствуйте, дорогие друзья! У нас очередной бесплатный шутер от третьего лица с обилием стволов, беготней и укрытиями. Речь про игру Blackfire, в которой, впрочем, все началось совсем не из-за того, что у человечества было много-много оружия и что-то таки надо было с ним делать, а потому что в неком сколково будущего придумали махоньких нанороботов, которые от модели к модели становились все лучше, а как итог... Теперь у нас есть Blackfire. В конце концов, под неустанным наблюдением ученых научились превращать людей в мычащий скот. В смысле, принудительно, а не так, как это порой само собой происходит. Ну, знаете, фонтан, аптека, культ-диван, вечерний ургант, все дела... В общем, контора Nanosystems захватила власть над миллионами человеков и, как потом выяснилось, также над касатками, журавлями, собаками, в общем, все, во что мог влезть наноробот, становилось под контроль на Nanosystems. А мы, значит, бруцуны с новым тоталитарным режимом, где бороться нам предлагается в режиме ПВЕ и ПВП. То есть да, следуя последней моде, после того, как вы настреляете достаточное, на ваш взгляд, количество человечины, можно отправляться сражаться с местной разновидностью зомбятины и наемников. Как, собственно, и мы, насколько я понял, что-то в стиле наемника. В общем, в любом случае это не особо важно, ибо это шутеры, как подобает у мультиплеерного шутера, сюжет, ну или лор. Это нечто, что живет недалеко от игры, а самое важное, это то, как все стреляется, как бегается и насколько разнообразны эти самые стреляния и бегания. И начнем, пожалуй, с ПВП. Кроме того, что оно само собой в достаточной мере снабжено старыми проверенными веками захватами флагов, десматчами, контролями точек и прочим, есть и нечто более оригинальное, как отбитое, так и забавное. К отбитым, ну то есть таким, которые разок сбегать по ГГ-кать, относится режим охоты за головами. Тут чем больше вы убили, тем больше у вас башка, когда вы станете царь башкой, то станете на время неубиваемым и получите на руки какой-то тяжелый ствол. Ну а потом сдуетесь. Такие вот странные дела, да, ну а забавным можно назвать заражение. В целом, весьма редкий режим, где суть в том, что за команду врагов, которые являются мутантами, первоначально играет лишь один боец, и именно он должен кого-нибудь догнать, поломать и починить с браком, превратив в этакого мерзостного миньона. Но игрок, которого поймали, теряет ствол и превращается в мутанта. Задача при этом, само собой, соответствующая. У людей выжить, а у мутантов всех поперепревращать. И все бы ничего, но иногда удовольствие портит не столько, допустим, игровой процесс или тупеж соратников, а карта. Так как есть на ней, допустим, одно место, куда можно добраться только одним путем. Ну и жалкие трусливые людишки бегут именно туда, а мутанты, хлестая друг друга лицами по спинам, очень медленно под градом пуль пробираются к яростно обороняющемуся мясу. Печально. Но если сильно умных в команде нет, таких, которые уже облазили всю карту, то очень забавно догонять и убегать и гадить, да. И возвращаясь к слову к картам, на которых, да, есть косяки, но пока ОБТ, одной из фишек игры является возможность прилипать ко всякому вертикально торчащему, пряча свое слабое тело. Действительно слабое, погибающее от пары пуль, порой даже не в голову, но почему-то яростно выживающего при взрывании гранаты в 2 метрах. В любом случае, эти самые укрытия, с одной стороны, дают возможность пробираться вперед хоть и медленно, но без особых потерь, а с другой, сильно сужают обзор, что в куче с большим количеством путей для внезапного наскакивания, чревато внезапными смертями. И если бы вот не это, все превратилось бы в окопную войну Первой мировой со стрельбой вслепую, она, да, тоже есть. Но так как и путей нагиба много, и на карте разбросаны всякие вкусности, типа миниганов, все получается весьма бодро. Правда, как по мне, не на всех картах. Есть тут местами крайне маленькие комнаты, их картами в целом не назвать, где всего 2 пути к врагу, и оба 2 при этом длиною в 3 метра, отчего противники постреливают в друг друга, прячась за одной и той же стеной, только с разных сторон. Это не самое удачное решение, но благо их не 2, ну как, и не 1, и выбрать из чего все-таки есть. Ну а как только надоест стрелять в живых, можно топать стрелять в компьютерных врагов, где по большому счету все то же самое, только враги во многом очень глупы. Но если совсем уж будет просто, то можно усложнить миссии. Особо у меня от этого враги не станут, но сложнее все-таки будет. Что в схватках с элитными наемниками, что в попытках пробиться на секретные базы, где нас с распростертыми минометами, слезясь лазерами, ждет суровый робот, что на пробежках от зомби. В общем, для фри-то-плея вполне терпимо, хотя из Unreal 3.5 можно было бы выжать чего-то похлеще, что графически, что, собственно, геймплейно. То есть стрельба, удары с приклада, гранаты, укрытия, ну, в общем, все, что должно быть базово в шутере, есть, но сегодня этого уже как-то мало для того, чтобы выделиться и прям-таки засиять. А и да, что касается людей, которые любят мериться местами в рейтингах, то он есть почти для всего, а кроме этого, еще и кланы и ладдер.
Ну, это для любителей плотно посоревноваться. И если вот эту кибердисциплинную жилку постараются сильно развить, то, наверное, будет жить Blackfire долго. Но до этого еще надо решить проблемы с картами, некоторые весьма дисбалансны, и разнообразить модельный ряд вооружений, амуниции и прочего. Пока же есть всего несколько автоматов, дробовиков, пистолетов и прочего, с возможностью апгрейдить их дополнительными модулями в стиле лазерных прицелов, больших магазинов и остального. А обмундирование строго для внешней красоты. Ну и да, игра, опять напомню, фри-ту-плей, от того стволы и прочее, не покупается, а берется в аренду. Такие дела. В общем, сказать, что это нечто прям адски новое, невероятное и вообще нельзя никак. Но это крепенький шутер в будущем после ОБТ, не Battlefield, но по сравнению с Point Blank и прочим подобным, лучше. ОБТ же, к слову, идет уже прямо сейчас, а после него добавится еще кое-что новенькое, но об этом попозже. А, и чуть не забыл, прыгать нельзя, можно только вяло спрыгивать. Это грустно. На этом же пока что все, и всем всего.